Всем здравствуйте! Девочки, срезала урожай, замораживаю. Смотрите, нарезаю этот укроп, потому что, мне кажется, он начинает желтеть. И мы решили его нарезать и заморозить. Демид, ты пришел? Да. Да? Да. Это укроп. Укроп, да. Сейчас будем замораживать укроп. Но тут холодильник не сухой заморозка. Я не знаю, как он заморозится. Я вот не знаю. Я его срезала. Ну как, корни оставила укропа. Может, он еще у нас вырастет? Угу. Вырастет, Демид, да? Ну, значит, хорошо. Говорит, угу, вырастут. А что ты там мне клацаешь? Духовку? Мне надо отключить. Сейчас отключу. А я сушила эти. Нарезала хлеб. Сухари посушила. Все, видите, сколько получилось? Укропчика. Вот столько. Такой красивенький укропчик. Бери, бери сухарики. Камила, иди, я тебе сухарик дам. На. На. Давай, спасибо, Дима. Можно, сухарик ей можно. Ладно, пусть ест. Это сушеный хлеб, чтоб не вдавилась только. Дабы маленький кусочек дать. Камилочка, блядь, с Микки. Ой, быстрее убегай. Ой, убегай скорей. Ой, скорее. Ой, ой, ой. Ой, дуркуют девчонки. Хохотушка, да, такая? Хохочешь? Кто там? Камила? Мама. Мама? Камила. Сделай воздушный поцелуй. А, вот так. Скажи зрителям, вам воздушный поцелуй от Камилы. Да. Говорим пока. Пока, говорим. До свидания. Будешь махать ручкой? Говори, пока-пока. Ты уходишь? Залазь на бабушку, залазь. Мы сегодня ничем не занимаемся. Аня супец сварила. Я укроп заморозила. И все. И лежим. Сейчас мама придет. Иди сюда. Побежал. С Камилой не полежишь. Куда ты убежала? Ты бусинка моя. Грустит за мамой. Мама идет с едой сюда. Что там, Демид спит? Да? Набегала, кричала. Мама! Мэмэ, супик принесла. Ты будешь кушать супик? Мэмэ. Если насыпала что-то. Что ты, Камила? Она тоже хочет. Садись. А что ты ей сухарик не принесла? Чтобы попить и не перебивать вообще. Ну, корми ее супом. Камилочка тут рисовала у нее творчество. Ляпну. Надо убрать. Что она хочет? Фу, что тут мокрое? Ай, это санитайзер ляпнул. Кто? Что это? Антисептик. Вытри, это я и терла стол этой салфеткой. Я думала, какие-то рыгачки уже. Хлебушка. Хлебушка, давайте.
Ты что, хлеб с майонезом? А что? Могу себе не позволить. Сядь, сядь-ка, милочка. Дими, Кузька, мама снова ушла. Как будет это, как Демид говорит, мама попала. Натася, мама попала. Так и я пропала. О, девочки, почитала комментарии по поводу Софийной аллергии. Ну, что это, ну, типа, вы там пишете, надо избавляться от Мики. От Мики никто избавляться не будет. Даже доктор сказала, собака остается. Понимаете, на всех собак по-разному аллергия. Во-первых, на кошку в большом количестве. Так, и в 10. Если собака 4, кошка 30 чем-то там. 49 кошка. А, ну вот, 49. Это же 10. А, вот. Собака собаке рознь. Получается, когда... Ну вот мы к друзьям приезжаем, к кумовьям, к Софиной крестной, у них мопс. Вот если София не выпьет таблетку, она опухнет, у нее такие глаза будут чесаться, чихать будет. На Мике такого у нас же нет. Потому что у Мики не шерсть. Нет, но здесь не обязательно шерсть. Есть эпидермис, ну, кожный покров, так же само на слюну, на мочу, это тоже все дает аллергии. Ну, доктор сказал нормально. Вы же видели, я вам показывала показатели на амброзию, на какую-то вот ту пыхту, елку. Вот, так что нет, Мики никто никуда не уберет уже. В будущем я Софии говорила, ты когда вырастешь, не надо не заводить никаких животных. Тебе это противопоказано. Вот. Мики как жила, так и будет. Как там вы пишете, для вас ребенок важнее, от животных всех избавились. Ну, а куда ей? Мики выбросили на улицу. Ну, как мне от нее избавиться? Усыпить ее? Или кому? Ане я не отдам, у Ани овчарка во дворе большая. Да, Мики умрет. Мики умрет от тоски, она без меня не может. Я вот ухожу, вот вчера я ушла на полтора часа. Она это тут ужас. Ани такие, ну, кардебалеты выделала. Но она переживает, ее трусит. Она, ну, сильно она меня любит, она без меня. Он прибежала, видите, он. Все. Но ей надо быть все время рядом со мной. Я для нее мама, мамулька. Так, спасибо, написали по поводу корма там. Но я посмотрю, посчитаю и, может быть, попробую купить баночку вот этого корма, консервы. Но я так почитала, состав вроде нормальный. Не знаю, это что же аллергия с этой Мики. Тоже глаз да глаз. Глаз да глаз в питании. Ну, сейчас я и говядину отварила, кашу мешаю. Надо, кстати, есть там у нас кабачок, можно и кабачок ей отварить. А я же хочу булгур сварить. Ну, да, кабачок. Ну, булгур то отдельно. Булгур, ну, то там же шесть специй, все, я что ей варила. Нет, я имею в виду, мне туда надо кабачок. А, Мики, не надо так рыться. Я не знаю, когда я буду варить. У нас же еще тушеная картошка есть. Да. Мики, ну перестань, ну не надо рыть. На. Не рот. А Милочка, она кушает супер. Ты сама кушаешь. Так что будем лечиться, да, аллергия не вылечивается, будем ее поддерживать. Не вылечивается? Аллергия не вылечивается. Она может быть, ты можешь перерасти, она может появиться у тебя и во взрослом возрасте. У папы как появилась? В 20 чем-то лет. Аня говорит, это все психосоматика. Ну, Ань, а как детки рождаются уже маленькие? Они что-то не понимают и уже с аллергией. На, Камил. У Софии началась, как вы писали там... Ой, она сейчас упадет. Я держусь, руку, садись. Что мы переехали сюда и началась аллергия. Нет, у Софии с 4 лет аллергия, она страдает. Просто она с каждым годом проявляется все сложнее, все больше как-то. Вот так. Вот у нас никого нету в роду, чтобы мы болели аллергией, страдали. И рака нету никого. Ну что? Я когда была беременна, мне дали заполнять, перед тем, как заполнять карточку, все болячки родовые. Оля говорит, я везде поставила прочерки. А я расписала все. Что у кого было. Ну, а что? Милочка, не крусти, не крутись. Она мне, ты говоришь, Костик, не крутись.
Да. На еще супик, да. Вышли на уличку. Камила сидит в бассейне. В пустом. Эти дни было холодно. Мы его убрали. Ну как убрали? Ветер был, он улетел, там остался. Стоит. Микки загорает на солнце. И я загораю, девочки. Стою. Загораю в платье. Розочки, как вы сказали, верхушки пообламывали. И что-то они... Тихо, Микки, нельзя гавкать. Ну что тут гавкать? Ну воробьи летают, пусть все летают. Чего ты? Захекалась ж. Они новенькие. Вот новенькие должны распуститься. А тут я не знаю, откуда они. Вот новенькая распустится. А эти я не знаю откуда. Может отсюда откуда-то росточки повылазят. Бутончики. Эти надо будет тоже пообламывать. Красивая роза. Пахнет немножечко аромат. Это как-то роза вот изначально распустилась, и видите, наверное, на ней уже вот эта бактерия, грибок вот тут коричневый, видите? Она с самого начала такая. Что, ты уже накупалась? Вылазь. Что, будем вылазить? Спрашивали, почему все время хозяин к нам приходит. Он нас не напрягает. Видите, как тут заросшее все. Он тут наводит порядки. Рвет там себе. Там было все заросшее. Оказывается, у него там тоже были туи. Не знаю. А, их не видно там. Микки уже гавкает. Ну, тоже вот такие туи там под забором растут. Он траву вычистил, и хоть видно стало. Он занимается себе, он нас не трогает. Такое вот люди написали, вот слушайте. Плохое? Нет, Аннушка, мой сын Кришнаи. Но это целая психология, образ жизни и питание. Отказ от многих привычек, образа жизни, вкусняшек. Что хочу сказать, кришнаиты очень следят за чистотой тела, мыслей. И душ, да, мыслями. Готовят стоять, еду, просад. Угу. Чистым телом, с мантрами, Аннушка, живи своей жизнью, с мамой, с сестрой, да, благовония можно зажигать, если нравится. Это своего рода ладан для очищения пространства. Если интересно, можно почитать индийскую философию. Кстати, я после общения с кришнаитами стала лучше понимать христианство, духовный уровень людей. Это как самообразование. Всем благ, удачи, мирного неба. Вот, ну, понятно, все тщательно расписано. Не, ну Аня так и относилась к этому, как вот. Аня нравится, она просто говорит... Добрые, да, они такие вот добрые. Добрые. Вот они на все, ну... Ну, по-другому, да. Угу. Ой, Камилочка, у тебя что-то там на жопке много травки налыпло. А где туйки? Где туйки? А, они там под заборчиком растут. Ну да, мы, я тоже читала в интернете про кришнаи. Да, они там, ну, полностью у них там питание совсем другое. Они не защищают свое тело, они ценят, не как мы едим. Колбасы, сосиски, они... Мясо, ну да, они... Тело – это храм души, вот за ним надо следить, а мы фигню всякую, чипсы, но это неправильно. У нас тут целый гараж. Вот. И велосипеды, и коляска одна, вторая, мотоцикл один, мотоцикл второй. Чего только нет.
А Олечка сегодня ездила на рынок. Ну, я не знаю, на рынок или в какой-то ларек овощной. Купила клубнички, персиков и черешни. Ну, я черешню так одну попробовала. Ну, с Микки тут съели. Микки любит. Я ей так чуть-чуть ягодки даю. Клубнику не даю. Это яблочки она любит. И это такая клубника вкусная. Прям вот уже вкусная-вкусная. Сладенькая такая. Бабушка. Попросила мультик посмотреть чуть-чуть. А еще в комментариях, знаете, что написали? Мы даже не знали, проверили в интернете, правда. Помните, я сидела, тут у меня на кофте такая какая-то оранжевая букашечка была. Это детки божьих коровок. Я даже не знала, как они выглядят. Это они в комментариях писали, по-моему. Или мне, я уже не помню. Да, детки божьих коровок. Так что, не, мы их не убиваем так, фик-фик. А так они, да, они же тлю едят, божьи коровки. Прикольно. Они такие маленькие, чудные, совсем не как не кругленькие, такие длинненькие. Что там бегаешь? Иди сюда. Огурчики, видите, так не все и взошли. Этот рядок такой вот. Ну, такой. Не знаю. Вот я их не прорывала. И видите, вот этот какой-то хиленький огурец. Видите, он уже все падает. Так что какие выживут, такие выживут. Я уже один тут поливала, тоже был такой примятый, я его выкинула. А кабаки хотела прорвать. Кто говорит прорывать, кто не прорывать. Смотрю, у соседей на огороде всего лишь 3 огромных куста. Ну ладно, может там тоже какой-то не выживет. Пусть еще побудут. Укропчик срезали. Не знаю, будет он расти или не будет. Петрушка еще стоит и проклюнулась. Оля сажала кинзу. Кинза выросла. Ага, вы мне писали про вот эти вот, я забыла, на П. Я еще в интернете тоже про них читала, что они, оказывается, съедобные. Ну, не знаю, это именно съедобные. Очень омега-3 много в них. Может, есть такие полевые, а есть именно съедобные. На фото они мне все одинаковые были. Надо их с корешком прям вырывать. Так, а то бывает прополишь, корешок обратно потом снова они вырастают. Горох, смотрите, какой красивый уже. Красавчик горох. Микки, там ежик живет. И черешенка уже спит. Вот они. Красивенькие, но немного черешни. Тоже вот. Тут еще такие не поспели. Нет, это ребенок божьей коровки. Да, даже не похоже, девочки. Это чашка из-под кофе, и она тут залезла. Ляньте, какая. Ляньте, как на камере красивая. Вообще, мне не она скажешь... так нравится. Вот эти пушистики ее. Ага, никогда не скажешь, что божья коровка, детеныш. Да, вообще. Она сначала желтенькая. Кофе, кофеек пьет, кофеек пьет. Я сделала всем кофеек. Ой, спасибо, как мило. Суп с гемене? Да. Ну, это такие макарошки. А, кстати, вот. Мне писали в комментариях, что они очень вкусные, ты их обжаривают. Да, да, что-то. Очень вкусно. А похоже на рис. Угу. Кушайте, Камилочка, девочки. Камилочка вообще любит макарошки. Да, она пьела все с макаронами. Видите, и красотка. Да. Зашла. Мне надо было телефон взять. Оставила, покормила ее уже, все занесла, думаю, оставлю, пусть полежит. Нет, летит за мной галопом. Мама кофе идет пить, могла полежать хоть 5 минут у себя в комнате. Она ж нервничает, детей цапает. А мне приходится вот это всех, все контролировать. Я садись, кушай. А что вы в темноте, может вам открыть этот? Давай, сейчас. Детки будут с сухариками. Мы будем кофе. Спасибо.
Садись. Красивая клубника. Ты покупала где? На рынке или нет, в том? В ларечке в том? Да. Ну и что, понравился тебе тут ларек? Ну, все хорошее. Персики. Ну, Ля, и персики я купила. А мне кто-то из подписчиков писал про тот ларек, говорит, хороший ларек. Так что спасибо, кто написал про ларечек овощной. Очень хороший, цены доступные. Нормально. Чем ехать на рынок, нам тут близко. Раз. Все хорошо. А вообще не хочу на этот рынок ездить. На рынок не хочешь? А мне нравится. Так, девочки, сейчас будет эксперимент с расческой. Мы же эти расчески покупали. Я еще... Мики, ну что, как мама только собирается видео снимать, кто-то что лично шкребет. Можешь лечь? Так, ложись. Все. Девочки, у меня еще, знаете, что болит? Сильно вот эта часть. Или я спала, меня протянула. Ну вот это уже третий день. Прям не могу ни наклониться как-то, или встаешь, так тянет. Я не пойму, что это такое. Так, расческа, вот эта вот расческа. У Ани вот такая вот бежевая, у нас сиреневая. Кстати, девочки писали в комментариях, тоже такую расческу себе купили. А наш идет из биоразлагаемых материалов, в общем, экологически чистая. Ну и написано, что именно мокрые волосы, если там узелки, она расчесывает, хорошо распутывает. Сейчас попробуем, девочки. Я ж вот голову помыла, я даже бальзамом не мазала. Сейчас я так сделаем. Так. Сейчас посмотрим. Сейчас я вам скажу, я кого на расчесываю. У кого длинные волосы. Сейчас расчешу. Сейчас пойду на улицу сушить. На улице еще тепло. И на солнышке быстро высохнут. Ну, нормально расчесывает. Нету такого, знаете, как вот где моя та расческа. Вот, а, она и дороже намного. Но мне она нравилась. Но пока я эту не попробовала, это лучше расчесывает. Все. Хорошо. Хорошо. Нормально. У кого, мне кажется, и длиннее волосы. Ну, они же длинные, ей нравится. Прочесывает хорошо. Хорошая, девочки. Можете такую заказывать. Мы заказывали на Майкапе в виде лепесточка. Пойду на улицу сушить. С вами тогда на сегодня попрощаюсь. К нам снова пришел хозяин, принес вишню. Надеюсь, меня сейчас не будут уговаривать пирожки спечь. Мне что-то бочина сильно болит, прям бок ужасно. Я не наклониться не могу. Как-то наклоняешься, вот обуваешься, ты покупалась, там наклоняешься. Ой, так стреляет. Не пойму, или потянула, или протянула. Шусь одна. Так что, все тогда. С вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. Все. Пока.